Ребят, ну что, я в работе, уже давно проснулась. Утром Игорь дольше спал меня, и я одна, о многом думала, вот, планировала. Потом болтали с Игорем долго, да, часа два, наверное. Вот, о своих каких-то моментах, рабочих, делах, что сделать надо. Вот, а сейчас мы сидим за работой, я за работой, Игорь ставит компьютер свой, устанавливает тоже, ему там надо моменты свои поделать. Вот, так выспались. Как светло у нас тут по сравнению с той комнатой. Я тут за компьютером, а Игорь он там себе все устанавливает, ставит. Мы вчера не прям супер убрались, нам еще много дел. Вот, но хотя бы что-то разобрали. Конечно, у нас тут еще пыль и так далее. Делов полно еще. Так, ребят, ну что, я свои дела все сделала. Ну, у нас сегодня, по крайней мере, на завтра уже тоже есть цели. А Игорь сидит, доделывает свои. Печатает там. Тур добавляет новый. Мы тут с Иркой. Сирка, влог. Я кручусь, подкрашусь. Мы хотим поехать покататься на самокатах. Вроде сегодня хорошая погода, а завтра начинаются там несколько дней дождей. Вот. Так что вот так. Думаю, сегодня поразбираем, чуть не хотим. Может, вечером, либо завтра. Так что будем смотреть уже по обстоятельствам. Разберем. Вот. Так что пойду докручиваться и подкрашусь. Так, ну что, я собрана. Прическу еще я распределю. Я просто накрутила, собирала. Сделала себе громадные стрелки. Начиналось все так. Хочу минимальный макияж. Потом, короче, стрелка получилась одна больше. Думаю, сравняю. Короче, по итогу у меня громадные стрелки. Так, ну что, собрана. Сейчас будем выдвигаться. То, что собирается. Закрываю окошко. Все дела поделали. Камера. Ограничение 60. Так, ну что, мы приехали к самокатикам. Сейчас поедем кататься. Плохой? Мы тут в Магнит приехали водичку взять. Вот у нас воды нет, а у нас дома такая невкусная вода. Я к Ольховской привыкла, конечно. Сейчас купим воды. Так, сменили самокатики. Мы уже вот тут на набережной находимся. Вот такое небо сегодня. Тут голубое, там пасмурно. Сейчас туда выше проедем, покажу вам Волгу. Но уже видно, там очень голубое, а тут темный окрас воды. Видите, там голубое. Тут такое темное небо, и из-за этого темная Волга. Красиво. Пошли в кофе-лайк, который на набережной. Тут столько народу, что-то прям вообще по очереди. Тут очень уютно. Игорь там уже занял местечко. Кстати, здесь у них реально классный ассортимент десертов, потому что в других местах, но нет. Так, то, что я сделала заказ, мы сидим, такой вид классный. Корабль поплыл. Красиво. Короче, в принципе, не сильно холодно, но у меня уже не очень души, поэтому я сейчас повязку одену. Мне еще такие уши чувствительные стали с возраста. Так, покажу вам наш заказ. Я взяла чизкейк, манго-маракуйя, раф с малиной, по-моему, макароны и Игорь-тост с рыбкой. Так что мы кушать. Перекусик у нас такой. Помните, у меня всегда была зеленая повязка, теперь у меня такая розовая, пудровая такая, как вам? Мне нравится. Посмотрите, как красиво стоят там два кораблика больших. Шайбу, паруса. Что такое красотища. Кто-то тоже катается. Классно. Смотрите, какие красивые стоят. Русвояж, Толстой и тут какой-то Панферов, да? Панферов? Блин, классно. На самом деле, сейчас к вам повернусь. Красиво как. На самом деле, мы с Игорем как-то разговаривали, тоже хотели бы на таком поплавать. Да, Зай? Помнишь, мы с тобой смотрели даже? Да. Помнишь, мы с тобой смотрели тоже на таких, да, хотели поплавать? Прикольно. Хотели, хотим, и поплаваем. Игорь говорит, я на такой хочу. Не, ну классно. Смотрите, как там внутри, какие залы. Наверное, там кушать, да, наверное, столовая? Видно, что там какие-то столы. Наверное, люди, которые сейчас приплыли на них, гуляют по городу, по-нашему.
так красиво. Колокола звенят. А тут смотрите, какая тачка классная. Вау, красивая. Так, что мы? Возле вокзала. Любимая трасса моя. Катаемся. Короче, представляете, я упала с самоката. Чуть-чуть поцарапала часы. Вот, видите, вот царапинки. И выгнула аж в обратную сторону. Еще ударилась коленкой. Не знаю, что там с коленкой, но главное, что стороны красивые не порвала. Ой, пипец. Знаете, из-за чего я... Она отвалилась. Знаете, из-за чего я ударилась? У меня нет, короче, фонаря. И там же стырь такой... В асфальте был, там драка какая-то. Вот, и мы в магаз идем сейчас. Холодно. Не, пока не надо, сейчас переберу, а потом пропылесосишь. Короче, мы уже дома. Чуть замерзли. В магазине купили, в основном покушать, там кое-что купили. Я вам сейчас засниму. Чуть гудит. Вот. Холодно что-то. Вдоль холодно. На улице холодно. О, вот эта стрелка натянулась так. Короче, сейчас буду разбирать пакеты. Игорь хочет. А что ты говорил, будешь делать? Я забыл. А, он там будет заниматься своими делами, короче. А я разберу пакеты и что-то поразбираю. А, еще ты будешь посуду распаковывать. Вот что, я тебе задание какое дам. А я сейчас тоже что-нибудь поразбираю. Хотя бы, может, часик хоть поразбирать, чтобы завтра тоже опять работать надо будет. Так хорошо накатались, нагулялись, надышались свежим воздухом. Прям я не устала, кстати. Сколько мы катались часов? Часа 3? 4? 4, наверное. Ну, мы чуть-чуть вот сидели в кофе-лайк, отдыхали. Ну, так ничего, нормально. Ну, хотелось бы куртку пододеть, честно скажу. Вот. Сейчас пойдем делать дела. Давайте сейчас вам засниму быстренько и потом. Мама мне писала, кстати. Спрашивала, как у вас дела. Сказала, что мы там уже забыли корм. Забыла я ласку, ополаскиватель свой. Покупала его просто для черного. Потом мы... Нельзя такое слово говорить. Хирики. Его игрушку. Что-то еще стол мы не забрали свой раскладной. Но мы, наверное, его и не будем забирать. Новый купим, ладно, он уже такой не супер, он там кое-где сломан, новый возьмем. Ну, короче, это все потому, что наши вещи выкидывались, а если мы собирали сами, все прошло, конечно же. Если честно, уже вот прошел, ну, уже больше суток, и какой-то такой осадок сильный, и какой-то, знаете, вот в голове, типа, кошмар, какая-то хрень, чушь, конечно, вообще не взрослые люди. Какая-то ситуация дебильная, да, Зай? Бред вообще. Но пока не хочу об этом говорить. Я потом запишу ролик и совмещу те видео, которые она снимала, и вы это все увидите. Пока я сейчас не готова, мне надо отойти. Я очень сильно стрессанула. Вы знаете, я очень чувствительный человек. Блин, я скорее бы хочу. Поэтому я пока это не обсуждаю и не хочу, пока не готова. Мне надо остановиться, потому что у меня тоже сильный стресс из-за этого. Папа заблокировал Игоря ВКонтакте. Детский лепет. Не, я тоже поудаляю его, но прям сразу бежать это делать, как будто Игорь ему там написывать будет, да? Бред вообще. Ну ладно, блин. Корябло, корябло, скорябло. Соседа нашего не слышно, но он здесь, обувь стоит. Спит, наверное, сегодня, не знаю. Ну, утром он чай ходил, ставил, а так, чё вроде. Скребнула. Так, ну что? Блин. Кочки наши хоть поели, то у нас такой жидкий корм был, сухой забыли. Так, мы купили салаты на обед. Завтра покушаем Цезарь, очень вкусный, в Перекрестке. Я взяла такой блокнот и говорю, это Резлик, это Зирик. Не понравился, я люблю такой отрывной. Взяла, короче, для работы, мне нужен. Зир, смотри, какой блокнот. Блокнот. Так, Игорь, какое-то вот такое мясо в Москве тогда ели, брали. Решил взять такой вот пастырма. Ну, вкусно. Так, я взяла средство для стекол. Такое вот у меня было. Оно, по-моему, кончилось.
Или мало осталось, пусть будет зеркало, сейчас буду перемывать. Я, кстати, если честно, вот этим этим средством, бывает, когда генералю пыль прям вытираю, оно как будто потом меньше садится. Еще говорят ополаскивателями, если вы добавите воду, протираете, пыль меньше садится. Так, Игорь взял себе салатик на ужин. Алекс называется. Я себе вот такую вот мяско взяла в беконе на ужин. Салатик крабовый стандартно. И решила еще кукурузку взять. Настя тут разбрала, давала мне укусить, вкусная была. Колбасу взяли на по скидке. 168 рублей филейная. Так, еще вот такой салат я взяла, какой-то новый, называется барбекю. Там тыква, курица, капуста, ну, короче, вроде прикольный, необычный состав. Так, я взяла вот такие чашечки для кофе, для чая. Такие маленькие, мне кажется, прикольно. Смотрите. Мама или Настя кто-нибудь приедет, вместе попьем. Игорь не пьет напитки такие. Мне кажется, такая милая, она еще, видите, такая вот, как тыковка. Осенняя, мне кажется, очень красивая. 200 рублей стоила в перекрестке. Прям хорошая цена. Ой, тихо, не падать. Я ее уберу пока. Вторая такая же, короче, ребят, не буду открывать. У меня же мало бокалов. Это трэш, у меня сколько бокалов. Любительница. И Игорь себе еще взял гнездо. Салат. Да, салатик он себе взял. Я взяла вот такие вот по скидке без бекона, черкизово. Сосиски пригодятся на обед или что-нибудь с макарошками. Ой, тихо, с макарошками. Один пакет готов, и у нас еще один пакет. Так, это Игорь картоху взял. Ну, в кулинарии готовы уже такое. Так, я взяла суфле. Вот такие ела я их в Воронеже. Мне так они понравились, кстати, попробуйте. Ну, дороговато стоит, если честно. Но вкусно. 80 рублей или 90. Оно большое, больше, чем сырок. И прям реально такой... О, залез уже. Игорь, ты посмотри на него. Сира. Кс-кс-кс. Сирка. Ты что залез? Кс-кс-кс. Так. Дальше. Вот два суфле и масло вкуснотеево. Обожаю его. Оно стоит как золото, но бывает по скидке. И вот я сегодня увидела, думаю, блин, ладно, возьму. У меня там чуть-чуть осталось уже. Я сейчас редко его ем. Бывает, меня пробивает на масло. Так, здесь у нас, Игорь, шашлычок. Соскучились по кулинарии перекрестовской. Так, Байкал это я себе, дорожная бутылка, потому что моя дома осталась у родителей. Так, рыбку я себе взял. Мохито я себе 4 бутылки, они были по 60 рублей, это классная цена. Багет один, мохито и рафаэлки. Так, хотела рафаэлки. И взяла, была скидка на них. Чуть все по скидке взяла, но я люблю скидки. Кто тоже любит скидки, пишите в комментариях. Так что все, вот это все, что мы купили. А еще корм кошачий, но Игорь их уже кормил, доставал его. Да? Ты покормил кота уже? Покормили вас, Сир? Кушал? Да. Ладно, все, сейчас это разбираю и делать дела. Так, ну что, я разобрала шифонер, все наши вещи, повыкидывала кое-что старые, там носки, лифчики ненужные. Все, короче, только чистое и хорошее у нас. Я сейчас сажусь перебирать аптечку. Короче, вот у нас коробка, плюс такая, это, ну, быстро, чтобы достать. Здесь в пакете у нас, здесь такие перчатки. Ну, это наше лекарство, перекись. И хочу заодно нам аптечки, короче, сложить в этот, в рюкзаки. У нас в рюкзаках такая штучка. Сейчас покажу вам, как мы делаем. Лазит. Все ему надо. Так, и неудобно так одной рукой. Вот, у нас, короче, аптечки в рюкзаках, и у Игоря, и у меня. Зубочистки есть. И тут вот важные салфетки, всякие лекарства. То есть вот так вот закрываются, очень удобно. Сейчас переберу, тоже положу, какие таблетки закончились. Фух, у нас время 11:30, мы как приехали, разобрали, и вот я начала шифонеру разбирать. Видите, еще везде все бардак, еще сумки, там еще у нас, там еще пакеты, еще очень много. Но я не спеша перебираю, выкидываю, разбираю, короче, прям я генералю. Кстати, хочу поделиться для вас, ребят.
Наверное, девчонкам больше полезно. Ну и мужчинам тоже, почему нет. Короче, я вот так вот Игорю и себе положила целлофановый пакет с резиночкой. Но резинка, она может пригодиться там, я не помню, для чего-то нас выручала. А пакет, например, вы купили что-то, оно потекло, и вам заменить надо, пакет прорвался, и вот всегда есть пакет. Как-то мы однажды, то ли что-то из одежды намокло, и мы убрали в такой пакет. Один раз тоже что-то там из продуктов, что-то такое, то ли пролилось, то ли что. Ну, короче, пакет вот в аптечке, это тоже очень круто. Игорь тут суетится. Включает микроволновку, а я, в общем, начинаю разборку. Так, мы уселись ужинать. Сижу тут беситься. Смотрим фильм. Глубоководный, да, горизонт? Я упустил ловушку. Такое? Вы же подняли. А, рубишь уже. Короче, интересно. И теперь на месяц.